требования удовлетворены. Бывший директор Сургутского музыкального драматического театра Тамара Лычкатая выиграла судебный процесс и добилась восстановления на работе. Правда, не в должности руководителя, а в ранге режиссера. Информацию подтвердили в пресс-службе городского суда. Приказ об аннулировании трудового договора признан незаконным. Тем же решением взыскана компенсация морального вреда. Сумма символическая – 1 рубль. О намерении приступить к обязанностям Лычкатая сообщила на своей странице в Инстаграм. Лычкатая, являясь директором драматического театра, приказом о приеме на работу принято в Сургутский музыкально-драматический театр на должность режиссера второй категории. При вынесении решения суд первой инстанции установил, что Лычкатая действовала согласно трудовому законодательству. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Ранее экс-руководитель СМДТ Тамара Лычкатая оспаривала итоги внеплановой проверки учреждения культуры и увольнения с поста руководителя. Однако в суде не нашли основания для удовлетворения того иска. Это решение также еще не вступило в законную силу.